что-то изменить, но пока мы видим одну и ту же картину. Забрасывают. Вот смотри, звено Гринвей играет с Ларкином и Брошем Нельсом. То есть здесь Шмольца нет в этом звене. Прет могучий Гринвей на пятачок. Ларкин шайбу эту забирает. Куккинен спокойно выдвигается против него. И капитан финской сборной так подбил клюшку соперника. Без нарушения. А вот повторно не удалось. Мерфи вдоль по синей. Но удаления не будет.